Тверское отделение Общероссийской Федерации рукопашного боя и учебный центр «Наука побеждать» начали совместную реализацию программы по спортивному и патриотическому воспитанию граждан. 4 ноября, в День народного единства, в Осташкове открылась очередная кузница кадров рукопашного боя «Клуб поколения». О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. Главное событие для юных спортсменов – первая официальная тренировка в новом зале. Ее провел председатель Тверской федерации рукопашного боя Сергей Протасов. Желаю вам с каждой тренировки узнавать что-то новое и получать больше опыта. Юные спортсмены и их родители очень довольны открытием новой секции в Осташкове. Мне очень нравится, что открылся зал. Он очень большой стал. Я буду ходить, заниматься и становиться сильным, получать первые места. Всем ребятам подарили защитную экипировку для занятий спортом. Отметим, что до Нового года в Тверской области будут еще открыты отделения в разных районах, где заняться рукопашным боем и начальной военной подготовкой смогут все желающие ребята.